Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Так, поехали. Всем приятного просмотра. Так, первая посылочка. Это мне пришла бижутерия. Брала вместе с купоном. Так, сейчас будем смотреть. Так, что тут мне пришло? Разные сережки. У меня очень много видео на канале. Пишите, нравится ли вам видео такого формата у бижутерии. Так, так что встретимся в комментариях. И давайте будем смотреть. Вот такие сережки. Они небольшие. Ну, камень тут, стразик большой. Почти 2,5 сантиметра вместе с ушком. Есть еще такая застежка. Очень красиво выглядят. Красивый малиновый цвет камня. Вот такая застежка тут. Там есть разные цвета в магазине. Там мне на распродаже попался купон. И как бы заказала вот такие сережки. Очень красивый камень. Они небольшие, но, конечно, сам этот стразик будет эффектно смотреться на ушке. Дальше следующие. Это уже синие. Застежка обычная. Они большие, больше, нежели предыдущие. Размер. Сейчас померяем. 34 миллиметра. Красивый такой синий страз. Большие, эффектно будут также смотреться. Дальше смотрим. Также там есть разные цвета камня. Следующие — это также красные, но они отличаются от предыдущих. Вот это идет в виде цветочка. Также такая же застежка. Напишите, если знаете, как эта застежка называется. Такие серьги. Красивый такой коралловый цвет камня. Так, размер. Размер их 24 миллиметра. И ширина 1,5 сантиметра. Они легкие, невесомые. Так, смотрим дальше. Вот такие еще. Это что-то подобное предыдущим. Вот такие как бы голубые. Это уже синий. Синий цвет. Вот такой размер. Так, и так идут они сзади. Это, конечно, не камень, стразик такой. Такую цену, конечно. А вообще мне с купоном получилось как бы подарок. Да, и еще одни. Так. Ну, этот цвет синий, такой насыщенный камень, такой электрик. Классный, красивый цвет. Так, еще одни. Это вот такие красивые розовые сережки. Такой самый замочек. Так, откроем, посмотрим поближе. И померяем. Еще ширину смирим. Так, 34. Все они одного размера. И дальше 16 миллиметров. Очень красиво, эффектно смотрится. Конечно, я думаю, что этот как бы гвоздик большой будет хорошо держаться на ушке. Эффектные такие сережки. Дальше следующие. Посылочка. Это у нас
Это у нас браслет. Это получается браслеты, комплект браслетов. 4 браслета вместе идут. Такие в цвете золота. Можно регулировать размер. Так. Как-то так. Он большой, подойдет и на поплотнее руку. Ну, давайте их всех вместе. Посмотрим, как будут этот красивый такие листья. Очень красивые листья, да? Так, следующий. Вот как бы кристаллик. Он длинный. Так, мы померяем. Без удлинения. 18, да. А с удлинением получается можно регулировать 23,5 сантиметра. Такой красивый кристаллик. Тут нету страз на кулончике. Дальше. Вот такой, также как бы колечко, также нету страз, есть удлинение и размер 20, почти 24 сантиметра. Итак, их всех вместе. Ну, все их можно носить по отдельности. Такой комплект. Как вам? Пишите в комментариях. Мне кажется, очень красиво. Все браслеты красивы по-своему, но мне больше всего понравился вот этот с листьями. А вам как? Пишите в комментариях. Так, еще проверим рабочие ли замочки. Так, немножко туго. Да, рабочий один и второй. Там на Алиэкспресс есть много разных наборчиков. Конечно, набором выгоднее брать, нежели отдельно. Тут плюс, что можно регулировать размер. Я вообще люблю такие жесткие браслеты. Так, еще диаметр. Посмотрим, какой. Измерим. Так, диаметр браслета 7 сантиметров. Этого... почти так же 7 сантиметров. Ну, конечно, их можно регулировать, сделать себе больше или меньше. Так, упакована вот такую упаковку. Так, еще на место. Дальше следующая посылочка. Так, тут также несколько позиций. Так, вот сережки. Будем сейчас смотреть. Также несколько сережек. Смотрим. Так, вот такие необычные. Как бы камень какой-то с фольгой, что ли. Так, гвоздики идут. И размер 2 сантиметра почти. Ну, как бы гвоздик вот этот подлиннее. Необычные сережки. Так, следующие. Это уже идут побольше, подлиннее. И идет вот такой замочек до защелки. Вот такой. Они длинные. Камень красивый, так сверкается красиво. И размер почти 4 сантиметра. Но они не тяжелые, легкие. Так, они идут сзади. Просвет есть на камень. Красивые, легкие сережки. Как вам? Красиво, что это прозрачный цвет камня. Так, следующие смотрим.
Это уже милые, нежные, можно сказать, что они детские. Такие сережки, такая же защелка, как самих первых было. Но они маленькие такие. Так, получается 16 миллиметров. И так, замочек вот этот. У меня когда-то в детстве были подобные сережки, только красный как раз цвет. Я их где-то 6 лет мне было, потеряла. И эти подобные нашлись на Алиэкспресс и хотела заказать. Даже мне кажется, что защелка также такая была в золотых моих. Только цвет камня. Вот такие маленькие. Ну, цвет красивый камня. Желтые такие. Вообще желтые оттенки люблю. Красивый такой желтый цвет камня. Они небольшие. Можно как бы на каждый день, но все же это бижутерия. Думаю, что лучше не мочить их. Бюджетная бижутерия. Почти 14 миллиметров. Красивый, да? Вот такая у нас сегодня была распаковочка бижутерии. Пишите мне комментарии, как вам, понравились ли, какие сережки из всех больше всего понравились. Встретимся в комментариях. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.